Сегодня я покажу, как из вот этого сделать вот это. И в этом мне поможет почти идеальная вокальная нейронка, в которую даже не обязательно петь самому, достаточно просто уметь пользоваться мышкой, у которой всего один крупный недостаток, о котором я расскажу ближе к концу видео, но перед этим покажу вам настоящее величие вокального искусственного интеллекта и его применение в битах. Стартуем. И для начала нам нужен бит, так что посыпаем FL-очку волшебной пылью, и вот он. Мелодия — это лупы со сплайса, а ударные 808 я все-таки постеснялся оттуда взять и написал сам. Но видос же про вокал, а для него нужен вокалист, и это я. Ты серьезно? Но еще нужен текст. Я мог бы написать его сам, но я битмейкер, а битмейкеры ничего не любят писать сами. Так что за текстом я пойду к чату GPT, которому нужно просто нормально сформулировать запрос. Типа, напиши мне припев, ну, поющийся припев для рэп-песни про тяжелую жизнь в гетто. В гетто жизнь, она как драка в ринг. Слышишь, как сердце бьется, как в колесе, где утопия лишь в небесах видна. Но нам в любом случае нужен на английском языке. На русском он пока так себе рифмует. In the streets where the struggle is real, every day's got a hustle for meal. For meal. Living life in the hood, trying to survive. In the ghetto where we struggle and we strive. Нормально, что такое strive? Стремиться, да, мы стремимся, отлично. И вот текст, художественной ценности в нем никакой нет, но ту же самую Анну Асти такое не смущает. Так что и нам окей. Шанс заплесить Анну Асти только что упал ниже нуля. Но что важнее, и вокала, и текста. Изначальная идея, то есть нужно примерно представить, как будет звучать в итоге вокал и какую мелодию он будет петь. А если не можешь представить, то всегда можно с... Художественный фильм. И лично моим источником вдохновения был вот этот трек. И отдельные фразы из вокального сэмпл-пака, которые сделали Даби с Шамилёй, которых вы видели на канале ранее. Трек Нардовика за референс я взял, потому что вокал тут практически на одной ноте, а в одну ноту-то я все-таки смогу попасть. Нет, кого я обманываю? Моя вокальная мелодия будет примерно такой. In the streets where the struggle are real, every day it got the hustle for meal, for meal, for the when we struggle and we strive. Okay. Oh, I'm Englishman in Tatarstan. Пришло время записать, давайте споем уже. In the streets where the struggle are real, every day it got the hustle for... И я зарендерил самый удачный тейк вокала и биток, и сейчас перетащу их в Ace Studio. И да, спустя всего четверть ролика вы наконец-то узнаете, про что этот ролик будет. Про вот эту давку с искусственным интеллектом Ace Studio. Нардо бит, то есть биточек, перетаскиваем на аудиотрек. Сразу, в общем-то, можно сделать 149, как у нас в проекте. А Нардо вокс перетаскиваем на сингер трек. Он спрашивает у нас про язык, и да, он пока работает вот с этими тремя, так что у нас выбран English, и жмем конверт. И он взял мой голос и превратил в MIDI-партию. По интерфейсу тут наверху плейлист со всеми дорожками, а снизу пиано-ролл для конкретной подстройки нот. Управлять его размером можно просто притягиванием, либо вот этими двумя кнопками. А слева здесь список голосов, которые мы можем перетащить на сингер трек, выбирая их по списку или, например, под тегом. Возьмем female, например, Lien, перетащим на сингер трек. Окей, низковато. Выделяем все. Shift вверх, поднимаем на октаву. И мы слышим, что мимо нот я все-таки намазал. Чтобы это понять, можно включить scale. Настраиваем. Вместо C у нас F-sharp. Вместо мажора у нас minor. И видим, что я, ну, типа напромахивался так нормально. Сейчас я все это наредактирую. То есть просто выделяем. Стрелочка вверх. Выделяем, стрелочка вниз. Чтобы двигать их по полутонам. И можно увидеть, что к каждой ноте прилеплены слова из моего текста. И вот, например, слово struggle вообще разделено на две ноты. Если что, можно на ноту правой кнопкой мышки нажать, сделать edit lyrics. И вписать сюда какое-то другое слово или подредактировать это. Также можно дважды кликнуть на транскрипции и менять транскрипции. То есть изначально, если вы введете слово, он сам разобьет его на транскрипции, а эти транскрипции вы тоже можете редактировать. То есть петь самому даже не обязательно, можно просто ввести текст, но об этом во второй половине ролика. Теперь я все это быстренько подровняю. Что у меня там было в FL-ке? D, D, C sharp, E. Вот так должно быть. Вот это, о, вот это что такое? Мы можем это как-то поправить, что ли? Да, можно взять карандашик, нарисовать здесь линию, и вот эта штука будет перекрыта вот этой линией. Ой, во второй половине тоже сейчас будем равнять. О, кстати, тут я гораздо ровнее спел. Да, после выравнивания звучит прикольно, но, конечно, не так душевно, как я спел. И, к слову, с синтом GPT, то есть с прошлой нейросетевой штуковины, я устраивал розыгрыш за свой счет, но тут я решил поступить иначе. Я написал разработчикам Ace Studio вот такой вот имейл и был абсолютно уверен, что меня заигнорят. Но они ответили, так что у нас розыгрыш. И чтобы поучаствовать, поставь лайк этому ролику и напиши в комментариях,
комментариях, хотел бы ты создать цифровую копию себя? И если хотел бы, то какую работу с себя ты на нее переложил бы? И через неделю я прочитаю все комменты, выберу самые интересные, и этот человек получит промокод на месяц Ace Studio бесплатно. А еще двух победителей голосованием выберут подписчики моего телеграм-канала. И если что, этот видос не реклама, у меня у самого вот реальная версия, а в описании реферальных ссылок не будет. Они пи***ли это часом. Ну давайте обратно к вокалам. Одной дороги нам точно не хватит, так что давайте правая кнопка мышки и дупликейт. И прежде чем мы начнем дублировать этот вокал разными голосами, я хочу сделать типа интервальный вокал. То есть на других нотах и в интервалах к основному. Это как-то по-правильному называется, если вы знаете, напишите в комментариях. Там, где у нас у основного вокала высокие ноты, мы эти все ноты перетащим на F-sharp. И вот здесь вот уже он поднимется на C-sharp, наоборот. И вот здесь тоже какие-то другие ноты нужно выбрать. О, прикольно, мне нравится. Во второй части повторим ровно то же самое. Теперь этот дублированный трек дублируем еще раз, чтобы второй дублированный трек поднять на октаву. То есть у нас будет высокий вокал и низкий вокал. И то же самое мы сейчас делаем с основным вокалом, его тоже дубликейтим и поднимаем на октаву. И все вместе. И как обычно напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдет в том числе и новичкам. И в ближайшие примерно 10 дней я добавлю в курс большое дополнение, над которым я довольно долго работал, и после того, как я его добавлю, немного приподниму цену курса. Но если вы закажете видеокурс до выхода дополнения, то оно будет для вас совершенно бесплатным и станет автоматически доступным, как только я его загружу. Сейчас видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее, об обновлении подробнее или заказать видеокурс, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. И тут я вступаю на тонкий лед, потому что мне нужен детский церковный хор. Только потому, что он был в треке Нардовика. Так что еще раз дупликейт, и для этого отлично подойдет. Тут есть голосок, вот этот вот. Звучит прикольно. Давайте его тоже задубликейтим, и он будет петь и верхнюю, и нижнюю партию тоже. Но если вам не нужно париться со всем этим, то всегда можно сделать просто стереодаблы, то есть правая кнопка мышки, и тут есть Create Vocal Doubles for this track. Можно выбрать, на сколько процентов он будет похож на оригинал. Жмем Create. Кстати, можно вызвать микшер вот этой кнопочкой и увидеть, что они тут распанорамированы влево и вправо. Ультражирная пачка получилась. А если хочется получить сразу немножко такой пожеванный звук, то здесь все дорожки можно на 2 или 3 полутона поднять, а после экспорта залить их в FL-ку и опустить на эти самые 2-3 полутона. Но это, конечно, уже борщ. Конечно, я это сделаю. Если бы я не придумал эту шутку про бессмысленные усложнения, я бы, конечно, никогда этим не стал сам заниматься. Это можно все вывести сразу по дорогам. Файл экспорт аудио. AI Synthesizing. Если хотим вывести все одной дорожкой, то оставляем здесь мастер. Если хотим по дорожкам, то, соответственно, все индивидуальные треки. Здесь я поставил Whole Project. Больше я ничего не трогал. Жмем экспорт. Vox. Сохранить. Закидываем все незамудренные 7 дорожек в FL-ку. И да... Я скину их все на один канал микшера, но немножко пошатаю им панораму, чтобы пачка была пожирнее. В первой половине вступления я порезал вокалу и низ, и верх фильтром, а во второй половине вступления вступает рис бас, сэмпл опускается на октаву вниз, и вокал раскрывается полностью. Ну и, естественно, ревера, дилей из обработок. И сейчас будет... И ставь лайк, если слышал Hustle for Milf. А если ты не хочешь или не можешь петь сам, то миди-партию для вокала можно натыкать мышкой. Эту я натыкал просто, чтобы ориентироваться. Но можно пойти в новый паттерн и набросать что-нибудь типа... Чтобы из этого сделать ad-lib. Идеально. Экспортим ее как MIDI, Ctrl-Shift-M, назовем AdLib, и наш AdLib перетаскиваем сюда. Сейчас ее он засинтезирует. Если посмотреть на партию, то он даже делает вид, что это человеческий вокал, а не прям синтезированный. И да, тут всего лишь один... Да. Да, это всего лишь один слог «да», и мы можем, например, заменить его на другой слог. Правая кнопка мышки, Edit Lyrics, например, ох, окей. Первый слог изменился. Можно менять также любой слог. И вообще можно выделить все правой кнопкой мышки. Edit Lyrics также для всех. И заменить, например, все слоги разом. О-о-о-о-о. Или вообще вставить сюда текст, который был у нас изначально. Но скорее всего получится фигня, потому что текст я под эту мелодию не подгонял. Dark,
Ну, что-то в этом есть, но, типа, это какой-то такой йогуртовый язык, то есть это не настоящие слова как будто бы даже. Так что я просто все сделаю слогом «на». И тут, кстати, наверху есть счетчик слогов. То есть, если мы подгоняем текст под мелодию, то хотя бы по слогам она должна примерно совпадать. Он, конечно, все примерно подгонит, но заранее хотя бы примерно нужно представление, как это будет звучать. Но не обязательно. Еще тут есть всякие супер тонкие настройки, типа можно расставлять дыхание, есть air, воздушность вокала, фальцета. И все это можно регулировать, например, вот так вот для отдельной ноты. Либо можно вот так вот рисовать все самому мышкой, как нам по кайфу. Либо вот так вот рисовать прямой линией. Либо стирать это все правой кнопкой мышки. Также можно рисовать типа напряжение. И как я уже показывал, наверху можно выбрать инструмент, который можно вообще вот так вот рисовать pitch для конкретной части вокала. Как это будет звучать? Я там еще фальцета покрутил. Вообще шикарно должно быть. Так даже лучше, окей. Ну и, конечно, самое главное, тут есть ластик, которым можно всю вот эту фигню стереть и оставить нормальный вокал. Давайте я сделаю вид, что я шарю и нарисую какое-нибудь фальцето такое приятное. Еще тут есть настройки вибрато, модуляции и куча разных других более углубленных штуковин. А пока давайте это зарендерим. В данном случае достаточно просто мастера, да и, в общем-то, можно сделать моно. И помимо ревера и делай, тут нужен альтер-бой, чтобы опустить ему форманту и получить... Шикарный AdLib за $22 в месяц. Да, на мой взгляд, у этой шикарной нейронки всего один минус. Она довольно-таки дорогая, $22. Но при этом, на мой взгляд, она дорогая только для среднего битмейкера. Но если мы возьмем сонграйтера или аранжировщика, то для него эти $22, скорее всего, будут супер оправданной ценой. Или если ты постоянно пишешь гору треков для площадок и оттуда лутаешь бабки, то теперь тебе можно экономить на вокалистах. Короче, это очень крутой софт, с которым можно поиграться и, как я, создать пару вокальных сэмплов, либо собрать целый вокальный сэмпл-пак, или реально использовать его как рабочий инструмент, который каждый день будет экономить тебе кучу времени и денег. Самое главное понимать, зачем он тебе. А у меня получился вот такой биток и видос. Ставь лайк, если тебе понравилось. Напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Узнать подробнее у меня, ссылка в описании и в закрепе. Подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока, до встречи в следующем видео.